Ксения Собчак не только ведет новости и авторское шоу на Ютубе, но и активно высказывается на злободневные темы в личном телеграм-канале. С мнением телеведущей соглашаются далеко не все. К примеру, об умозаключениях Ксюши резко высказывается журналистка Ольга Скобеева. Скобеева обратилась к Ксении после того, как та заметила ошибку в репортаже передачи «60 минут» на канале «Россия-1». Но какие же тупые! Боже! В эфире шоу «60 минут» показали, как королева Елизавета II кормит порабощенных детей Африки и бросает еду на землю. Африканцы заявляют, что не станут оплакивать смерть Елизаветы, потому что для них это напоминание об угнетении и арабах. А дорогая моя Ольга Скобеева на это говорит. Для понимания, что из себя представляла Елизавета. На кадрах королева в молодости. Вот так она кормила детей из числа порабощенных народов Африки. Посмотрите на эту доброту, словно бы животные в зоопарке. Ну и данное видео олицетворяет собой отношение Запада и англосаксов, в частности, ко всем в этом мире, кроме, разумеется... Ольга, это видео снято за 27 лет до рождения Елизаветы. Это работа 1899 года французского кинорежиссера Габриэля Вейра, где показан период протектората Аннам, французской колонизации Индокитая. И две женщины на кадрах – это мать и дочь генерал-губернатора. И бросают они деньги, то есть там ни Елизавета, ни еда. Тупица, посетовала 40-летняя телеведущая в своем телеграм-канале. Ответ Ольги не заставил себя долго ждать. Журналистка подчеркнула, что любой человек имеет право на ошибку. Собчак, Ирак-то с Ираном больше не путаешь? В любой большой редакции люди совершают ошибки. И в нашей самой лучшей тоже, конечно. Но мы исправимся и будем двигаться дальше. Как всегда, упал, поднялся, вытер пот со лба и побежал вперед. 5 часов прямого эфира каждый день. Ты вообще соображаешь, как это? Дорогая моя тамада, так работают репортеры. Так работает самая популярная программа в огромной стране. Мы журналисты. Рассказываем, что происходит на фронте. А ты, как сосала свою серебряную ложку, так и будешь сосать вечно. Подчеркнула 37-летняя Скобеева в личном блоге. Теперь остается догадаться, как на выпад Ольги отреагирует Ксения, которая, к слову, давно привыкла к критике в свой адрес. «Я вызываю противоречивые чувства у людей, и это хорошо. Если бы не было этого, интерес ко мне был бы невелик, и мне бы меньше предлагали работы». Как-то откровенничала телезвезда. На этом все, дорогие друзья. Друзья, приглашаю вас в комментарии. Я точно знаю, вам есть что сказать по этому поводу. И до встречи в новых видео.